Ремонт дорог, комфортная среда и вывоз мусора. Сегодня в Бийске работали активисты Общероссийского народного фронта. Поводом для визита в Наукоград стали жалобы бичан на горячую линию. Женщина, которая жаловалась, говорит, один пакетик принесет, а другой кучу принесет. И говорит, добросовестный, потом принесут обратно домой до следующего раза. А многие кучи оставляют. Горожане жалуются на сбои в работе мусоровозов, на тающий под колесами тяжелогрузов новенький асфальт. Вопросов много, и во всех нужно разбираться. Так жители Севастопольской уже обратились в прокуратуру с просьбой ограничить на улице движение тяжелой техники. Сейчас мы, собственно, как раз, да, дорожная инспекция Общероссийского народного фронта, мы сюда приехали как раз именно с промежуточным контролем при проведении ремонтных работ, то, что проводит подрядчик в рамках федерального национального проекта. Вот это 40-60 тонн каждый день. Ну, вот мы... Провалится дорога, вся провалится. Проблемы обозначены и в только-только начавшемся ремонте дворовых территорий в программе «Комфортная городская среда». Вместе с активистами Народного фронта по указанным бичанами точкам проехали и представители администрации. Так что рекомендации активистов были озвучены прямо на месте. Подробности смотрите в ближайших выпусках программы «Будни».